Новогодний конкурс начался в Инстаграме ТСВ. К Новому году можно выиграть большой конструктор новогоднего стола от компании «Шериф». Что это значит и как поучаствовать в конкурсе, расскажет Владлена Донковцева. Покажи, как ты проводишь свою зиму и выиграй набор новогодней посуды. Подсказка, чем можно заняться зимой. Сварите какао и украсьте его зефиром. Научитесь готовить глинтвейн. Сделайте игрушку для елки или сплетите новогодний венок на дверь. Открывайте зимний адвент-календарь и выбирайте задание. Любое творчество приветствуется. Публикуйте видео и фото в Инстаграме с хэштегом «Зима на ТСВ». Компания «Шериф» позаботилась о том, чтобы вы порадовали себя подарками на новогодние праздники. Подарков, кстати, немало. Всего 10 предметов для сервировки праздничного стола. Какой праздник без скатерти с рождественскими узорами? Практично и красиво. Соломка, перечница и салфетница тоже в новогоднем стиле. Можно сделать вот так и приправить блюдо праздничным настроением. А в эту емкость можно положить печенье для Деда Мороза. Тот сразу поймет по новогоднему дизайну, это точно для него. Скатерть расстелили, блюдо приправили, печенье подготовили. Вопрос, как красиво подать салаты? Компания «Шериф» это тоже продумала. В комплект входят две миниатюрные тарелочки-елочки и салатница «Большая звезда». Еще две салатницы в минималистичном дизайне. Такая посуда придаст даже самому пестрому салату аккуратный вид на праздничном столе. Завершает новогодний конструктор красные и белые тарелки. Комплект на 6 персон, тарелки большие для роскошной подачи праздничного блюда. Вот эту тяжелую тележку подарков от компании «Шериф» разыграют в Инстаграме ТСВ и на радио Интер-ФМ в прямом эфире 28 декабря. 5 победителей на ТСВ и 5 на радио. Снимай скорее крутое видео или фото, отмечай хэштег «Зима на ТСВ» и поборись в битве за новогодний стол. Владлен Танковцева, Александр Зелинский, ТСВ.